Добрый вечер, мои зрители, телезрители. Добро пожаловать снова на мой канал. Извините, это Чернобыль, все, волосы растут, растут. Так, сегодня я сейчас хотел бы поговорить про AliExpress, про вопрос, про спорный вопрос. Я кое-что заказал на AliExpress и потом просто гулял по просторам его и наткнулся на такую вещь, где продавцы, я тоже участвовал в этом, мне продавец предлагает вам закрыть спорный вопрос и вернуть вам какую-то сумму определенную, которую вам пообещал, на PayPal. Но эту сумму вы никогда не получите в большинстве случаев. Как только вы закрываете спорный вопрос, для AliExpress все нормально. И потом вы будете ждать 2 месяца, 3 месяца возврат денег через PayPal. Вы их никогда не получите, продавец будет тянуть время. Потом вы уже не сможете открыть спорный вопрос, и все, вы все проиграли. На моих предыдущих видео по планшету, или как она по-русски называется, планшет, таблет, там я выставлял переписку мой даже с продавцом, где он мне хотел купить за 8 долларов через PayPal, при условии, что я закрою этот спорный вопрос, я это не сделал, я через AliExpress выиграл 25 евро, 30 долларов против его 8, которые он предлагал. Так что я вам, это в принципе мой совет вам, но если вы хотите принимать его условия, принимайте, но когда вы закрываете спорный вопрос, проблему эту для AliExpress, все нормально, все решено. А потом вы можете плакать, сказать, видите, я с ним разговаривал, он мне пообещал что-то сделать. AliExpress уже ничего не может для вас сделать. Для них вы все закрыли, у вас все урегулировано. А то, что вам не вернут по PayPal, PayPal это его личный счет, AliExpress туда доступа не имеет. Так что будьте осторожны. Если вы знаете, что вы выиграете дело через AliExpress, не поддавайтесь на суммы, который вам будет предлагать продавец. Когда вы открываете спорный вопрос, все его транзакции, они приостановлены. Поэтому он плачет когда-то. Мой дорогой друг, пожалуйста, убери спорный вопрос. Ты нам плохо делаешь. Мы тебе вернем там такую-то такую сумму через PayPal. Только ты закрой сначала спорный вопрос. Ни в коем случае. Вам это, в принципе, решать. Это ваш выбор. Я вам советую идти до конца с AliExpress. Если вы знаете, что вы выиграете, вы выиграете. Или же по-другому. Если он предлагает сумму интересную, вы скажите ему так. Сначала перечисляй деньги на PayPal, потом вы их снимете, чтобы он летишь не открывал. Сохраняйте все копии переписки. И потом, если вы честный покупатель, вы останавливаете спорный вопрос. Это уже вам решать. Но будьте осторожны. Доброго вечера.